Летом 2014 года я пришел в военкомат и сказал, что я готов. Война — это некрасиво, мерзко, страшно, но в то же время защищать себя, защищать своих — это важно. До войны я готовил пиццу. Я увидел, что есть очень большая проблема с трудоустройством. Никто не знал, кто такие ветераны. Это натолкнуло меня на мысль о том, что, наверное, мне нужно сделать пиццерию, зарабатывать деньги, работать вместе, адаптироваться. У меня было всего 50 долларов. Тупорылое желание что-то делать, идиотская уверенность, что получится. Побеждают, как правило, не самый умный, не самый сильный, а самый бронелобый. Кто-то просто идет и делает, несмотря ни на что. Если я зарабатываю, то я помогаю. Это правильно, это нормально, в этом нет ничего сверхъестественного. Именно это делает нас людьми. У меня есть сын, его зовут Лев. Я почему-то хочу сажать своего сына, это нормально вообще? Да, папа я не очень. Давай. Я постараюсь дать ему максимум, что смогу. Очень хочется передать ему максимум хорошего, что есть во мне. Жизнь всего лишь одна, поэтому я буду жить свою жизнь так, как я хочу, делая то, что мне нравится, и создавая то, что продолжает меня.